Всем привет! Сегодня я в Рязани нахожусь по работе в командировке. И хочу обязательно вам снять вот это видео. В Рязани есть один человек, занимается сувенирами и ручной делает всякие разные вещи ручной работы. Вот домик сделан своими руками полностью. Это все из картона, из кусочков картона все склеено полосочками бумаги, имитация досок. Все покрашено. Смотрите, на домике даже есть. Вот. Вокруг окон идет. Красота какая. Домик высотой 25 сантиметров. Да, там получается. Ну, 25 сантиметров высота и 20 на 20 там получается. Сейчас покажу все вокруг, экспозицию. Снег как будто прям настоящий. Качество, конечно, телефон слабенький, не передать все. Смотрите, деревья есть. Так, вот у нас... Это вот ящик, хворост. Сейчас посмотрим, что внутри. Покажу сначала, что внаружи. Мёк. Пытаюсь поймать этот. Качество, что было лучше, но не получается. Сейчас посмотрим, что внутри. А, вот лесенка даже сверху есть. Дымоход. Сейчас посмотрим, что внутри. Вот так вот крыша аккуратненько снимается. А внутри настоящая красота, полноценный жилой дом, супер печка вот в углу. Представляете, если домик 20 на 20 сантиметров, какого размера внутри печка. Там даже есть качество не очень. Сковородка, на сковородке вон всякие пироги, там кренделя. Умывальник, зеркальце, тазик, мыло, занавески. Вот полный обзор сделаю. Вот, поймал качество. Коврик. Даже самодельный коврик он есть. Кроватка. И как раньше в деревнях всегда подушка на подушке. Три подушки. Картина. Стол накрытый. И даже внутри иконостас есть. Часы. Старинные часы. Ходики их называют. Икона. Даже. Табуретки я смотрю. Вообще красота. Вот такой вот домик. Супер домик. Если кому понравилось, ставьте лайки. Дом вообще супер. Делался он около 2 недель. Полностью все из подручных средств. Все своими руками. От начала до конца. Вот. Такая красота. Все, всем пока. Ставьте лайки.